Прошлогодний флагман Xiaomi Mi 6 получил новейшую версию MIUI. Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 6 получил обновление программного обеспечения в виде стабильной версии MIUI за версией V10.2. Аккаунт, размер которой составляет 570 МБ. Данное обновление исправляет различные ошибки, в частности, проблемы при запуске фонарика, проблемы с автоматической непрерывной съемкой камеры, ошибки с отображением иконок в файловом менеджере, проблемы с постановкой на паузу видеокамеры, обновлениями в статусном меню, ошибки при отображении различного шрифта и так далее. Недавно Xiaomi сообщила о том, что Xiaomi Mi 5, который был флагманом компании в 2016 году, больше не получит ни одного обновления MIUI. Что касается Xiaomi Mi 6, то эта модель должна обновляться до 2019 года.